Газу! О, отличненько, все, ребятки, мы проехали препятствие. Ух, а здесь этот трейлер. Куда же его опять деть, ребята? Давайте подумаем с вами, куда же мы его... Ой-ой-ой-ой, тормози, тормози, тормози. Отличненько, все, ребята, мы его поставили в яму и про нему проехались. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. Круто-круто, все круто, и сегодня мы, дорогие друзья, играем в Hot Wheels Race Off, ребяточки, на грузовых автомобилях. Потому что в прошлый раз, ребятки, мы на легковых автомобилях с вами, на автомобиле Акула и на автомобиле Паук, открыли, ребятки, новые трассы, а также новые автомобили. Смотрите, на каких автомобилях нам придется ездить, ребята, это грузовики. Ребята, ну давайте на Рикхед поедем. Так, ну что ж, погнали, посмотрим, что же за трасса у нас, ребяточки. Так, что у нас? Ух, довольно-таки прикольно. Ого, ребята, вы только посмотрите, как у нас огонь валит из труб. Вот это автомобиль, вот это я понимаю, вот это... Я на фуре, ребята, еду, только я еду на грузовой, а фура моя где-то отцепилась. Так, давай-давай, малыш, еще немножко... Давай, ох, тихо-тихо-тихо, нет-нет-нет, сальто не надо делать, потому что можно разбиться. Так, поехали, отличненько. Так, а что это вот здесь такое, ребятки? Бабах, здесь мост, ждем. Погнали. Ой-ой-ой, ребята, грузовой автомобиль довольно-таки тоже мощный. Посмотрите, какой у него двигатель вон сзади выпирает. Ой-ой-ой, что это? А, мне надо нажать. Пускай поднимется. И за время проехать, я так понял. Газу! О, отличненько. Все, ребятки, мы проехали препятствие. Ух, а здесь этот трейлер. Куда же его опять деть, ребята? Давайте подумаем с вами, куда же мы его... Ой-ой-ой-ой, тормози. Отличненько. Все, ребята, мы его поставили в яму и про нему проехались. Все круто. Так. Бабах, вот это да, дяди в грузовике не сладко. Ого, ребята, трамплин, готовы? Ой-ой-ой, там финиш, хоть бы мост не порвался. Тихо, отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень без каких-либо, ребятки, препятствий, которые могли бы нам помешать вообще проходить, ребяточки, эту так называемую игрушку. Так, ну что ж, поехали дальше, посмотрим, что нас ждет дальше. Так, поехали, так, второй уровень. Ой-ой-ой-ой, прыжок. Оу, нет, сальто я не буду рисковать делать, потому что я могу разбиться. Машина все-таки не легковая, ребятки, не трюковая, а огромная грузовая машина. Так что мы с вами лучше будем потихонечку, видите, вот так вот на ней ехать, чтобы у нас не было никаких с вами проблем. Так, посмотрите, реку мы переехали. Так, ага, здесь ворота, сейчас мы нажмем, они откроются. Отлично. Подождем, так сказать. Поехали дальше. Следующие. Поехали. Опа, отличненько проехали. Все круто. Амортизация, ребятки, на автомобиле на этом просто замечательная. И таким образом мы делаем опять трейлер, ребята. Опять этот трейлер. Второй, два трейлера. Три трейлера. Да что же с вами делать-то с этими трейлерами, ребятки, посмотрите. А, ребята, целых три трейлера надо упаковать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет. Только нет, ребятки, я застрял, кажется. Три трейлера нам надо было упаковать, ребята, в эту яму и таким образом пройти. Ребятки, а у меня задний привод, но передние колесами я застрял, получается, фурой на целом основании. Так, ну что ж, придется, ребятки, переиграть этот уровень. Что мы, в принципе, с вами, ребяточки, сейчас и сделаем. А давайте сделаем сальто или нет? Ого, ребята, мы сделали сальто на грузовом автомобиле. Вы представляете, как это круто? Это просто, мне кажется, замечательно. Ну, я так думаю, я так считаю, ребятки. Если вы тоже так считаете, ставьте пальчики вверх. Давай. Ну, ребятки, с ручника плохо рушать. Давайте вот так вот, газу, грузовой автомобильчик, этого вам, ребятки, уже довольно-таки серьезно. Так, ну что ж, ребята, сейчас проедем вот эти ворота,
И после чего нам опять придется эти трейлеры гнать, потихонечку толкать, чтобы они нам помогли. Тихо, тихо, тихо. Так, отлично. Теперь мы едем, ребята, и собираем трейлеры. Нам надо аккуратненько их загнать в ту яму, ребятки. Не, самое главное, не спешить. Потихонечку, тихо, тихо, тихо. Собрать всех и потихонечку столкнуть в яму, чтобы по ним потом, ребятки, проехаться. Потому что я потом с этой ямы не выйду, если я в эту яму заеду, ребята. Сам без этих трейлеров я просто-напросто не выйду оттуда. Так, ну что ж, смотрим. Так, ну что ж, ребятки, отлично. Все трейлеры у нас в яме, и я по ним проехался. И это просто замечательно. Ого, какая гора. Я мог бы и не выехать. Это все-таки грузовой автомобиль, а не легковой, ребят. Пускай разработчики делают немножко не такие крутые горы, потому что очень крутые. Ну что ж, ребятки, финиш! Отличненько, дорогие друзья. Мы с вами прошли этот уровень, мы продолжаем дальше. Так, ну что ж, ребятки, 43-й уровень у нас. И мы с вами, давайте, наверное, возьмем другой автомобиль. Это какой-то такой джип, что ли. Off Duty называется. Так, сейчас мы его улучшим, ребятки, на максимум, чтобы, так сказать, было нам намного интереснее на нем ездить. И все будет круто. Так, ну что ж, ребятки, поехали. О, ребятки, вот это, да, вот это грузовой джип. Вот это, я понимаю, таки-то чила крутая. Ого, что это такое? Я же не успею проехать, газу. Ого, успел, ребята, вы видели, я успел. Нет, здесь не успел. Так, все, теперь мне надо поднять, опустить ворота. Все, о, ребята, меня раздавило. Оказывается, там еще раздавливает. Я не знал, что давить, ничего. Сейчас будем разбираться в этой проблеме. Так, отлично, толкнули. Теперь ждем. Газу, газу, отличненько. Так, теперь второй раз. Тихо, тихо. Ай, да что ж такое, надо было ехать, с ворота уже опускались, ребята, вы видели? Все, теперь я понял, как нам пройти этот уровень. Так, стоим. Греем шины. Так, стоим, греем шины, ребятки. Давай, 3, 2, 1, пошел! Отлично, успели, успели, успели. Вторые ворота. Так, ребяточки, вторые ворота опускаются, поднимаются, то есть. На старт. Внимание. Пошел! В газу, газу. Ох, отлично! Вот это круто. Ой-ой-ой-ой-ой! Куда это я заехал? Что это за камни? Ха-ха. Давайте их перелетим, наверное, как-то, потому что... ребята, мне надо было их перескочить как-то, потому что сейчас реально я не могу по ним проехаться. Ого, вы видели, что творится-то? Давайте его столкнем куда-то, этот камень, который нам так мешает. Отлично, отлично, мы его перепрыгнули. Вот это, так сказать, мощь, ребята. Вот это автомобиль, вот это я понимаю. Вот на этом автомобильчике, ребятки, мы с вами и должны выехать. Ребята, камушки, камушки, готовы, готовы по камням, по камням, по камням проехаться. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Нет, 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 да что ж ты будешь делать, ребятки, куда же это годится-то, а? Скажите мне, пожалуйста. Опять давайте по новой будем делать. Так, ждем, ребятки, пока ворота, собственно, откроются. Они сейчас должны сами, походу, открыться, ребята, я так понял. Да, да, так что нам не стоит два раза по 500 раз ездить. Давайте будем стоять и ждать. Они сейчас закроются, посмотрите. Ворота закрываются, мост, то есть. И открывается, и газу. Так, а здесь эти камни, сейчас мы перелетим с вами. Легко и просто, сейчас я вам покажу. Ой-ой-ой-ой, опять не показал. Да что ж ты будешь делать, а сейчас повторим по-быстренькому. Так. Джипачик, становись сюда, будем газовать. Погнали. Тормозим, тормозим, тормозим.
Так, ждем-с. Пока откроются ворота. Погнали. Так, тихо-тихо-тихо, тормози. А теперь газу. Ох! Отлично! Вот как надо было проезжать сразу эти нехорошие камни, ребята. Так, тихонечко, тихонько. Так, а где мы запоролись в прошлый раз, ребятки, с вами? Вы не помните? По-моему, что-то мы там сделали немножко неправильно. А, по камням, ребят. Мы по камням не смогли проехать, да, по-моему, здесь? Да-да-да. Лучше его толкать, ребята, впереди себя. Но ни в коем случае не взорваться. Не перевернуться и не взорваться. Давай, финиш, финиш, финиш. Ой-ой-ой-ой. Успели или нет? Игрок взорвался. Мы успели или нет пройти этот уровень? Давайте посмотрим. Нет, ребята, мы взорвались на самом финише. Какой кошмар. Давайте возьмем другую тачку. И посмотрим, насколько она сможет. Ребята, посмотрите. Вот это автомобиль. Вот это, я понимаю, настоящая тачка. Ох, газу. Вот это молодец. Вот это да. Так, ждем, ворота открываются. 3, 2, 1, вперед! Воу! Так, так, стой, стой. Неправильно немножко. Так, теперь отсюда назад. Теперь отсюда назад. И мы наберем скорость, чтобы перелететь эти камни злые. Нет, ребятка. Это на грузовике не пройти этот уровень. Нам надо, ребяточки... А, он же не улучшен, ребятки. Я-то думаю, в чем проблема? Мы же его не улучшили там. Мы сейчас его, ребятки, улучшим. И посмотрим, насколько там можно будет что-нибудь, ребятки, сделать. Так, ну что ж, ребяточки, машиночку мы заделали. Давайте ее испробуем. О, вот это другое дело, ребятки. Теперь она газует реально на полную. Так, тихо. Первый аванпост мы проскочили. Второй аванпост, ребятки. Так, ждем, пока, ребятки, откроется мост. 3, 2, 1, газу! Ох-ох-ох, отлично. Так, тормози. Да что ж ты будешь делать? Что ж ты не тормозил-то, а? Так, ты же грузовой автомобильчик. Давай назад. Сдавай. И теперь вперед! Оу! Давай по камням. Пошел. Да что ж ты будешь делать, а? Ты даже толкать их не хочешь. Да, ребятки, на грузовом автомобиле... На этой трассе довольно-таки, я вам хочу сказать, непросто. Видите? Посмотрите. Автомобиль этот не предназначен для этой трассы. Я вам хочу сказать, для того, чтобы, ребятки, пройти эту трассу, нам надо взять все-таки джип вот этот и попробовать на нем пройти. Потому что мы же в прошлый раз практически, ребятки, уже на нем прошли. Нам осталось же совсем немножко. Так. Ждем, ребятки, пока откроется аванпост. Так, давай, малыш. Совсем еще немножко. Погнали! Так, тихо. Здесь нам надо разгончик будет сейчас взять. Поехали! Воу, круто! Отличненько, дорогие друзья. Стой. Не спеши. Так. Так, ребятки, сейчас будем толкать трейлера. Я не знаю, как у нас, ребятки, получится, конечно, это сделать, но как-то сделать это надо. Так, сначала перелететь надо камни. Так, ребятки, перелетаем вот эти злые камни, надо было на скорости. Давай, газу. Ну, наш джип молодец, ребятки, с заданием потихонечку справляется. Ого, отлично! Мы подбили камень под себя, и таким образом мы сейчас приедем без всяких правонарушений и без него... Отличненько! Круто, ребятки! Мы прошли этот уровень, и это просто восхитительно, дорогие друзья! Так, ребятки, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на моем канале подходит к концу. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, оставьте комментарий и подпишитесь на мой канал. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки! Пока-пока! Встретимся в следующих выпусках!